Вот это да. Вот это мощь. Вон, ты будешь у нас это, звезда и тупо. Да, вот это мощь. Ну ты огромный, да. Ты огромный. Ладно, давай, огромный. Уеду. Нюх-нюх-нюх. Иди, иди. Иди. Борман. Борман, иди. Борман, вот твоя невеста. Борман. Ух ты. Иди, иди к невесте, к невесте. Ты что, занимайся делом. Хвост, хвост. Хвост работает. Радостный. Радостный Борман. Но он, конечно, спина. Да, тяжеловес. Он тяжеловес. Спина. 60 сколько? 63. Да я думаю, 65 есть. Иди, Борман. Ты весишь на 10 килограмм больше, чем я. Серьезно? Ну, немножко прибрала на 8 или на 9. Но все равно больше. А вот. Так, а вот. Так, знай наших. Борман, ну, покажи. Она еще родит. Ей только 2 было когда? Ну, у нее тоже мордочка вот такая, ну, короткая. Потому что у меня Рот, у знакомого... Не садись. Понимаю. Вот они, он больше на дога похож. Вот такая длинная, морда, да, это не сильно хорошо. Я не люблю такие длинноморды, мне нравится. И когда на выставке была, с Молдавии привезли, аж вот так нос аж завернут. Курносы. Не тоже таких нет. Ну, курносы не должны быть, а ни в коем случае. Посмотрим. Это брак, да. А длинношерстных что, нет? Есть длинношерстные? Да. Красоточка. Красоточка. Ой. Сейчас Борман не будет ревновать, нет? Нет. Какая красота. Ну, уже знаешь, что она сейчас уйдет. А я останусь. У него такие губы большие, аппетитные. Иди покажи, как ты обнимаешься. Иди. Молодец. Ого, ничего себе. Ой, две хотят обнимашек. Обнимашек хотят. Он такой кабанчик, да, ничего не скажешь. Настоящий кабанчик. Не, он 63 килограмма. А какая морда огромная у него. Ой, ой, как нравится. Мама, вот так всегда, всю жизнь. На морде написано, что нравится. Вот это да, вот это кайф. Вечный кайф. Ой, чешите меня, чешите. Надо же так на мордочке все написано. Язык вывалил. Веселый парень. Веселый. Ай, когда. Вот так. Аж захрюкал. Вот это вот класс. И вот так они хорошо смотрятся. И норка рядом. И ты хорошая такая девочка. Пара красивая. Хорошая девочка, да.